Ну что, поехали? Я знаю, что здесь есть босс в начале, которого тебя ваншотает, но его можно победить. И я хочу его победить. Как вас зовут? Да, меня зовут. Ну давайте так пока. Что бесплатное? Разве? This is Joseph. Тихо. Да, действительно. Какой-то френд спас, я не знаю. Так, ладно, давайте. Мужчина, женщина. Я дико извиняюсь, но... Что это за покемон, простите? Ля какой. Орех бери. Рогатый. Единственное, чем меня смущает в этой игре, это то, как персонаж выглядит. Хочется на него шлем надеть, и все будет хорошо. Только в таком случае все будет замечательно. Прически, конечно, мое почтение. Вообще, самые лучшие прически на Диком Западе. Кто его нос украл, ребята? Кто у персонажа украл нос? Выглядит как злой Аксотль. Это интересную аллегорию подобрала, мне нравится. Ну, прически я не знаю. Ладно. Чё, Геральда берем, да? Из Ривии. Борода, давайте бородатого мужика. О! Это я понимаю уже. Такой подпивас. Ля, какие усики. А можно чист... О, джентльмен? Вот это вообще какая-то просто хрень. Ладно, фиксим. Выходит какой-то гад, только под алкоголем. О, господи. Оставь глаза так, пофигу. Происхождение Аскария. А что это дает? А-а-а. Ну, мы где живем? Мы живем где-то на востоке, правильно? Нифига, тут даже татушка есть. Да, собственно, Аскария. Все логично. Класс. Личные вещи. Красный филиал. Я даже не знаю, что это. Стальный шар. Блин, вот меня триггерит то, что в игре не дают даже описания предмета, и ты не знаешь, что взять вообще. Стачин. Кстати, АО-4 интересное, времени не нашел, чтобы образоваться в нем, но... АО-4 это что? Переведи, пожалуйста. Интерная статуэтка. Можно посмотреть, что это такое. Age of Wonders. А, я вот этот Spellforce играл, этот Conquest of Ale. Вот он очень похож Age of Wonders. Классные, но этот я Вандерс не потяну. Или фигурку возьмем, я не знаю. Господи, это хрустальные шары, фиалы, кольцо захват. Давайте кольцо захвата возьмем. Я давай кольцо возьмем. Что я с фигуркой делать буду? Продам. Бля, смотри, какой паладиниус могучий. Я могу его плащ так хлоп-хлоп. Повар. Могущество. Охотник. Бедняк. Мне бедняк нравится, ребят. Может, бедняка возьмем? Паладин вообще, смотрите, какой просто могучий воин. Рыцарь. Давайте бедняка возьмем. По классике жанра я всегда беру бомжа. Всегда беру бомжа. О, конечно, прикольно. То есть, представьте, главный герой это челик, который просто сел на корабль, чтобы покукать. А тут его заставляют мир спасать. Пиздец, да? Будем готовить. О, сейчас будем готовить.
Господи. А, давайте бедняк. Я не знаю, что за наемник. Типа, давайте кольцо просто возьмем. Расширенные бои. Классические бои. Давайте ничего менять не будем. Только магия, только чугунный котелок, только весло, без доспехов, без блокирования, без исцеления. Рандомизация чудовищ с ростом сложности, господи. Все. Хватит уже фальтадать. Тихо. Так, все, мы берем бедняка. Отправляемся в этот путь. Война веками раздирала наши земли, но долгожданный мир наконец-то близок. Мы отвезем принцессу в королевство, лежащее за морем, и брачный союз положит конец жестокой вражде. Если мы потерпим неудачу, наш мир окончательно погрузится во тьму. Стамина, конечно, мое почтение. Подожди, а как я подпрыгнул? Ну-ка, давайте управление посмотрим. Так, на тап менять, да? Это блок. Ладно, давайте с вилами. Эй, ты! Нас напали среди ночи. Они хотят похитить принцессу. Ох! Потребовать выкуп. Защити ее. А можно хп их увидеть? Можно я как-то в меню выйду вообще? Этот шлем нет. И полная тряска. Причина тряски. Лево-правый блок, left-control, кувырок, атака. Предыдущий предмет, следующий использует предмет. Факел R. Крестьянин. Ну, крестьянин я что? Платформер? Ну, это метроидвания, по сути. Единственное, что я так бы сделал. О. Так, можно как-то... Можно как-то наверх. Оп. Мужчины. Крестьянин сейчас вас всех работает. Я так понял, это золото все, да? Вилла-имба. Вилла-имба. Симулятор. Класс. Извинись. Ничего нету. Я не проходил. Первый раз прохожу. Короче, можно победить. Ты ж, блядь. Не-не-не-не-не, заново, заново, заново. Все, я понял.
Короче, нужно отойти, если потерпим удачу. Нужно... Ребят, заново. Пока мы не победим его. Пока мы его не победим, я не пойду дальше. Но вообще этот босс должен, как бы это... Ну, вы поняли. Так, рыцарь. Рыцарь нет, бедняк у нас будет. Волосы. Какие у нас были волосы? Гладкое лицо. Кольцо было, да? Все, отправляемся еще раз. А по-моему, кстати, ачивка тоже есть на это. Let's go. Ай, ты... Здесь нужно менять внешность прибо... обязательно. Билла имба, кстати. Билла имба. Жалко, я бить не могу. Папки пригодятся? Пригодятся. Только единственный еще щит, конечно, было бы брать буквально. Ладно. Ой. Да блин, я не нажал ни на одну кнопку! Ребят, мы здесь надолго. Как убрать? Если его нет, нету. Ребят, самое главное — это стрижечка. Мне плевать вообще на все. Стрижечка самое главное, запомните это. Не спорьте со мной вообще никогда. Я подожди, какой горшок? Вот так вот. Мы типа гадс, поняли, да? Типа. Босс легкий, вроде как, но нужно на фулл фокусе. Так. Ну-ка, топор сколько дамажит? Да, что-то топор не очень дамажит. Нифига он доджит. До свидания. Вот это ручей, конечно, золотой с них вылился. Лутикс. Нету лута. Обалдеть. Так, все, погнали. Я топор возьму, чтобы стамина было побольше. Назмная голубь. Меня дамажит по какой-то...
какой-то причине, когда я просто касаюсь его и не понимаю. По сути, это все его мувы, ребята. Ну, это займет какое-то время. Надо катить дольше, чтобы не дамажилось. Не знаю. Типа он прыжок еще делает, типа. Может быть, два раза прыжок лучше делать, на всякий случай. Ох, эй! Ох, эй, ох, эй! До свидания. Давайте попробуем два прыжка делать. Ну, копье в этой игре — мое почтение. Добивание еще есть. Матерь Божья. Так. Конечно же, я должен это разбить. Попробуем два курка сделать, или как делаем? Сделаю. Будем сидеть здесь 3 часа, 2 часа. Босс детский. Нужно просто терпение. А у меня терпения нету. Ну, то есть, это вечный босс для меня. Правильно? Правильно. О, войнами, войнами. Все было войнами. Ужас. Слишком долго. Почему у меня порезанный этот? Может быть, мне нужно снять? Как посмотреть, что это такое? Если повышает количество слоя, повышает сбит. О, имба. Да, мы идем сегодня в герой. Мне нужно это. Эй, ты! Будем с голой жопой все делать, ребята. Во сколько? Через минут час. Знаю. Сколько времени займет убийство, столько и будет. Чтобы я... Ты хочешь вздремнуть, что ли? Окей. Оки-доки. Опа, лутикс. Ну, поехали.
Фул фокус. Здесь процентов снесли. Еще получше, конечно, было бы замечательно. Зачем я сделал второй удар, мужик? Кто-нибудь знает, почему я сделал второй удар? Вот и я не знаю. Ничего страшного. У нас еще 85 миллиардов попыток. У нас еще 85 миллиардов попыток, все в порядке. Босс безумно легкий, но всего лишь нужно просто... Это проверка на стойкость, понимаете? Проверка на стойкость. Эй, ты! Голый жопы! Ты будешь нашим героем, да? Эй, ты, бомжара, с вилой. Да, ты будешь нас спасать здесь. Ух ты ж, блин, нифига себе. Нужно не жадничать и просто по одному удару делать, ребята. И все, это важный момент. Просто по одному ударчику делаем, и все, он вполне себе убиваемый. Садится, это пиздец.
пиздец. Все, аккуратненько, фулл фокус. По одному удару, не торопясь. Ну, есть два удара можно делать. Когда он замахивает своим головом. Сняли. Работаем. Хорошо, что я здесь удар не сделал. Было опасно. Стамина не фу. Ухо чешется. Делать. А половину хп опять снесли и опять улетели, потому что жадный поросенок. А как стамина работает? Типа я... Получается это как его? Скорее всего, стамина работает, если я слишком много юзаю ее, что ли, или как она работает вообще? Интересно! Мне кажется, лучше не оверюзить стамину, иначе я охренею. Лоп, до свидания. Так, а у меня в одной руке топор легко. Все, ребят, исключительно по одному удару делаем. Плевать. В любой ситуации только по одному удару. Казалось бы, вот тебе окошко, но мы терпеливы. Но мы терпеливы.
очень терпеливы. Стоило две руки взять, я просто боюсь за стамину. Оп. А еще я боюсь момента, когда он притык встает к стенке, и это проблема. Почти половина есть. А вот имаджинировать, если мы тогда не торопились, мы бы его уже убили. Нужно всего лишь его минуток 5 побить и все. Давайте его отведем чуть эту комнату. Мне нравится, что босс на самом деле не тяжелый, а просто ультражирный. Я так понимаю, стамина не может опуститься ниже половины, да? Судя по верхней эмблемке. Хорошо, идем. Уф. Почему так легко и одновременно тяжело? Освещение еще дерьмоедское, типа, меня это очень сильно бесит. Лодку еще покачивать немножечко. Нос зачешется, и все, и мне хана, вы понимаете?
ему похрен на эту штуку. Почти, почти, почти. Бар уже все, половина. Не жадничаем. Да! Come on! Come and get this. Миллион лута сюда. Если потерпим неудачу, наш мир окончательно погрузится во тьму. Ох, блин. Я подержу себе под шум волн. Бьющий скала смерти подошла меня стороной. Мне нужно найти принцессу. Мы побежали. О, ачивка даже. Значит, не зря. Блин, ачивка есть. Мы получили 8 тысяч. Чего-то там. Мерцающий жемчужин. Там что, книга черная жемчужина. Что это такое? Как посмотреть? Додушнил, додушнил. Так, ну можно надеть, я думаю. Так, что мы там в это вытащили? Толстый сборник рассказов, конечно, мы с вами там есть случай. С помощью воспоминаний скрытой ветки кузнец может улучшить крианское оружие. Не знаю, что это. Жемчужина самое желанное. Можно сводить до транспутации. Пожертвуй же получить новые способности. Я себе. Серая жемчужина. Сомневаю, хоть и не шел, но это только лифу. Пожертвуй три, чтобы нулить способности. Угу. Прикольно, прикольно. Ну такое, знаете, все черно-белое, серое и так далее. Здравствуй, здравствуй. Очередной кусочек, выброшенный на берег плоти. Тебе понадобится укрытие. Святилище. Но чего стоит святилище без веры? Здесь, на берегу, есть покинутое святилище. Ты можешь использовать, как верит твоя вера. Скажи, ты веришь в новых богов? Большинство людей поклоняется трем божествам – королю, рыцарю и судье. Король дарует мудрость правителю. Рыцарь защищает воинов в битве. Судья направляет тех, кто поддерживает порядок. Я не знаю, типа, давайте рыцаря выберем. Ходит, ты веришь в троих? Да. Значит, ты последователь троих. Я так и думаю. Вот канделябр троих – символ твоей веры. На этом острове полно таких, как ты. Я стою здесь на берегу, вижу утонувших, вижу выживших, но спасенных я не вижу никогда. Возможно, этот остров проклят. Но ты, наверное, и сам уже об этом. Не видал ли я принцессы? Как знать, уже ты видал. Что в ней такого особенного? Живые, мертвые, все мы лишь плоть.
А может, твоя принцесса, обряженная в шкуру дряхлого старика? Ну иди, ищи свою принцессу. Не зря говорят, что рутина спасает от безумия. В святилище можно найти приют, но не спасение. Отрезаются бессу и размеси клянцу, чтобы занять его. Подсказочки. Ой, блин, это враги. Лут, ключ от святилища. Спасибо за подсказки. Смените Е. Короче, понятно, давайте все протыкаем. Показать все предметы. Блин, там сундук сверху. А чё так светло? Нечего подносить. Древо навыков. И вот тут-то веселуха начинается, да? Смотрите, какое здесь пое происходит, да? Тут и воин. Владение мечами. Владение большими мечами класса двумя руками. Дает одну силу. Дает одну ловкость. Мудрость повышает эффективность молитв. Воля зависит максимальный запас энергии. Мини-чар класса 1. Владение жезлами. Господи Иисусе! Ну чё, мы будем хэвиком, да? Владение молотом играем первым классом. Дает себе оружие, имеющий бонус силы. Алибарщик. Ну, все это рожа, меч бонус от ловкости. Ну что, силовичок или алибарщик? Почему здесь и ловкость, и сила? Как-то интересно. О! Дело. Еще урон от силы, владение молотами, большими топорами, выносливость, мудрость, какие-то чары. Бонус от магии оружия. Так, сверху, я так понял, будет что-то типа легкий класс. Точнее, слева будет ловкость и луки, да? Хотя сила тут тоже есть. Сверху что? Владение секирами, косами и копьями. Владение большими мечами 5 класса двумя руками. Ну что, мечи берем? Мы же, конечно же, мечи. Мне просто копья больше нравятся. Алибарщики тоже. Нутами. Нут сила воли, прикиньте. Так, окей, ладно. И как мне прокачаться? А как я их получаю? Покупать как надо? У меня 8000 соли, это много?
И какой-то 123 штучки-дрючки. Преданность 1. Засоливаемся жестко. Давайте пока 11 уровень. Могущество. Давайте 2000 оставим, вдруг купить что-то можно будет. Так, давайте смотреть. Классы, классы, это, конечно, кинжалы. Кинжалы это не мое, ребята. Сами понимаете. Что ловкость сделает, кстати, давайте посмотрим. А как понять, что делает ловкость вообще? Я что-то не понял, сори. Может быть, крит какой-то или еще что-то? Ладно. Ну, кроме повышения оружия от ловкости скелящегося. Музыкальный запас энергии. Концентрация или энергия? Подожди, а мана здесь... Концентрация это что? Это внутри, да? Я так понял. Мечник. Могущественный. Но уносливость это хп, а воля, я так понял, это как раз таки. Мечник третьего класса. Мы сейчас до сюда, да, доедем прям. А что тут в центре плюс одна банка, да? Все, да? У нас могущественные силы 13. Простой инструмент обычно топорами, обычно сенами. Так, ну ладно. Я могу разбить? Лоп. Отношения тоже не можем сделать, ничего не можем сделать. Погнали. Красный фиал. Погнали биться. Пославить тот соль. Нифига себе, я даже не думал, что здесь пройти можно. Берегись же этот женщина, что? Сложно. Картофелина. Далее. Спасибо. Так. Гнойный банкет. Ой. Ну что ж вы будете делать? О, нифига, я могу, короче, это использовать даже. Раз, да хватит. Забрались. Так, здесь аккуратно.
Я не знаю, что я подбираю. Какая-то золотая штучка-дрючка. Я так понял, это деньги, и это нам надо. Это не точно. Мужчина, улетите, пожалуйста, нахрен попочку. Ты куда полетел, деда? Бешеный, просто бешеный, да? А эти все встают и встают, кстати. Вообще нахрен. Срать. Ага. Интересно. Так, тут можно выйти тут, можно выйти здесь. Каменный торговец, что? Маленькая жертва на тарелке, чтобы торговцы могли вести свои дела в святилище. У-у-у. Могущество. Факел, метательный нож. Так, а что там снизу было? Давайте зайдем посмотрим, нематочно. Док соли. Как Жироцк здесь фигачит. В скобочках нет. Так, давай сюда тогда, да? Вот смотрите, там что-то есть. Это неспроста это, да? Ага, это можно будет сверху забрать, да? Мы сделаем это. Колокольчик возвращения. Ну, локация, конечно, не очень удобная на таком уровне. До свидания. Топор тоже прикольный, мне нравится. А что за красный фиал, я не понял. Так. До свидания. Тут и подняться можно выше. Непонятно зачем, правда, но можно. О, плут. Мы станем плутом, ребята. Я готов стать плутом. Ага, вот все. Бонус от ловкости S. Я себе. Не человек, а динамит. Блин, он здесь как-то крипово выглядит, да, в этом? Давайте так сделаем. Граната. Полетел. Грязное кольцо. Мешает эффект ранения. Что это такое? Ну, я дальше не могу. Здесь может быть какой-то дабл прыжок нужно делать. А мапа тут есть? Мапы нет, что ли? Это проблемно. Блин, они резнулись еще. О, нет. Так, в этой башне мы не были, да?
Здесь мы поднимались. Каменный клирик. Хорошо, у нас какой-то клирик будет. Замечательные новости, советные. Так, а здесь никак не пройти, да? Нам нужно как-то через верх выйти, там открыть все. Развилочки, пупырочки. Двигаемся. Ну, двигаемся мы в этом направлении, да. Так, здесь все одинаково, да? Там сверху проход был, в этом нет смысла. Бутылка для посланий. Так, что это такое? Ладно. Открываем тогда здесь дверку. Шорткатик у нас будет. Исцеление. Молитва класс 1. Восстановить здоровье уменьшает эффект ранения. Интересно. Дверь пока закрыта, не можем пройти. Там мы забрали лут, нам наверх. Только наверх. Тут что у нас? Да, это. А, это просто восстановление. То есть это даже не наша база. Ладно. Не лапнуться ничего, да? Каменный кузнец. И кузнец есть. И туда можно сесть. И сюда можно сесть. Ну разве не замечательно? Мокрый рыцарь. Здравствуйте, мистер рыцарь. Пошел богатырь, проходи на волю, вся земля пуха вам. Прах мокрого рыцаря. Что-то как-то очень быстро было это все. Его обязанность была защищать крепость и многодойным банкетом. Когда я как бы сама проклятым объясняю, что я все еще тайна. Можно использовать эту трансформацию и обменять у лидера. Лидера обменять. Я даже не знаю, что это значит, ребята. У нас есть ключ к могуществу, возможно. Безграничному. А ты про это? Да я не знаю, может быть, как-то у меня сами руки дойдут. А может, не дойдут. Может, дойдут? А может, не дойдут. Блин, было опасно, между прочим. Да отсюда, да?
Мистер, привет тебе, путник. Тебя ведет какая-то цель? Да. Спасаешь принцессу, значит? Я не видел здесь таких принцесс, но не отчаивайся, друг мой. В любом случае, хорошо, что у тебя есть цель. Лучше расскажу тебе о своей. Да. Моя цель — захватить замок восток отсюда. Видеть стражу, убить дракона. Замки нужно захватывать, а драконов убивать. Понимаешь? Нет. Вот только как в этот замок попасть? К нему ведет мост, но он наполовину разрушен. Есть и другой путь. Это будет непросто. Я видел проход под крепостью, из которой ты только что вышел. Возможно, он ведет в деревню. Раньше от побережья деревни можно было пройти короткой дорогой. Сейчас она перекрыта. Может, тебе удастся это исправить? Я слышал что-то о Шуте. Будто он знает, как попасть туда, куда никто не может попасть. Разбрасывать заявление легко, но если тебе нечем их подкрепить, ты просто трепло. Ладно. Как скажешь, мужик. Черная жемчужина? Не, блин. Топор лесоруба. Это оно? У меня такое есть. Мапу бы, конечно, было бы неплохо, я ничего не вижу. Прикольно играть. А Каторбин. Не понял. Понял. Солдатское копье. Здравствуй, друг. Безделушки на продажу, безделушки за монету. Как здорово, что ты заглянул. У меня много чего есть. Безделушки всякие полезные, безделушки. Ты мне золото, я тебе безделушку. Безделушку за монету. Ну давай. Локон. Сувенир солдата, пытающего умершего зелёна, избавиться. С помощью вспоминания скрытого спрятки здесь оружие. Еще и все. Как здесь чувствовался? Я вот тайком пробрался на корабль, продавал безделушки в Тенебере. А, безделушки за монету. Всегда был бедняком. А эти разговоры о золоте, кархе, говорят, там даже у нищих вроде меня есть слуги. Вот пробрался я на корабль и поплыл. А потом... шторм. Только представь, как удивились матросы. Калибрушение, один порядочный люди вокруг. И тут я. И все мы еле держимся на поверхности. Цепляемся за обломки и дрожим в ледяной воде. Не знаю, дорвался ли кто-то еще до берега. Промозглый берег. Очень-очень промозглый. Белушки здесь хорошо, вообще офигенно. Торговля идет неплохо. Скоро я накоплю достаточно, чтобы купить себе свободу. Доброй дороги. Ёбаный в рот, это что за мутанты? А как факел? Можно как-то факел активировать? Может быть можно, но я не знаю как. Ладно, мы здесь шорткат сделали. Можно вернуться назад и что-нибудь потыкать. Бейте меня, пожалуйста, не вспоминай.
свидания. Ухо гнилого скитальца. Я боюсь представить, зачем мне это. Давайте тогда дойдем до базы. Пока остановимся. Повышает силу молитв в области. Ну и что, мне стоит это делать? А ты кто, мужик? Где он? Он просто пропал. Хочешь взглянуть на мои товары? Это остров — холодное таинственное место. Мне не хватает шумных аскарийских рынков. Во время войны с Тристином я просто золотился. Вот это были дни. Вспоминая, прямо на душе теплее становится. И у меня торговало барахлом и спал. Ну понятно все. Вилы мне не нужны. Еще одни. Смотрите, у вилы вообще бонус от силы, бонус от ловкости S. То есть могущество непреодолимое. Так, а что ты продаешь? Стрелы, пламенные стрелы, ножи, факел. У нас свободная рука, поэтому на тех, кто прогонит огненный поток, сам сражаться придется одной рукой. Понятно. Инксоль, картофелина. Излечивает отравление. Возвращайся. А есть смысл вообще вот от всех повышений? Мы слишком-слишком высоко, слишком-слишком высоко делаем. Очень ли это хорошо? Кстати, два жрет. Я мечник, но у меня нету этого, поняли? Вы поняли, скобочка? О, ну вы поняли. Сила 15. Готово. Блин, ну... Полигустировать было прикольно, слушайте, мне нравится. Конечно, стилистика специфичная, но мне нравится, что здесь дохренище всего. Это круто, мне кажется. Довольно круто. Поэтому я, наверное, думаю, я буду в нее играть. Посмотрим, посмотрим, дальше посмотрим, как это все куда меня затащит. Пока что мне нравится. Но здесь много элементов всяких непонятных, то есть вот эта троица и прочее. Я даже не знаю, что там, зачем и почему, поэтому сами понимаете. Все, ребят, на этом все.